Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать своими руками такую самоделку, которая на вашем участке распугает всех кротов. Для изготовления самоделки нужно взять пустой баллон от любой краски. В нем внутри находятся два металлических шарика, как раз то, что нужно для грохота. Для начала нужно убедиться, что в баллоне давления нет. Распылитель снять. В патрон шуруповерта установить сверло 5 номер. Клапан в баллоне просверлить. Просверлить центр дна баллона. Дно надо поделить на ровные 4 части и маркером отметить. По меткам сбоку нарисовать 4 лопасти. Нарисованные лопасти болгаркой выпилить. Выпиленные лопасти немного выгнуть, как показано на видео. Металлические шарики, что находятся внутри баллона, ни в коем случае не выбрасывайте. Пластиковую трубку из баллона достать. Плоскогубцами остатки клапана вырвать. На дно баллона поместить два металлических шарика. В дальнейшем они будут внутри кататься и греметь. Сверху накрыть крышку. К арматуре изоленты примотать длинную проволоку. Арматуру вставить в землю и через просверленное отверстие нанизать самоделку. И уже при ветре ветряк начнет свою работу, вырабатываемым сильным грохотом, с большой вибрацией по арматуре в землю, отпугнет непрошенных кротов, которые панически не любят шума. Вот таким простым способом мы с вами сделали простейший отпугиватель кротов,
Кому такая идея и хитрость была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!